Всем привет! Мы на Гудлер туре, следуем за нашей группой. Пока все прекрасно, будем держать вас на связи. Не получилось, он хотел их догнать. Просто не получилось, он очень старался. With like tires and okay, did you change your shoes? Yeah. And there's one left. No, it's this. That was fun. Probably stay there sometime too. Yeah. Except I do it upside down. Не наш тайм. Там не наш есть. Hello?
считаю, что это очень сложное мероприятие, но ребята его делают настолько, выглядит настолько легко, что всегда хочется к ним присоединиться. Но на самом-то деле это же 260 миль, из 230. Них половина, 230, окей, хорошо, половина из них горку, это совсем не фан. Особенно вот в этом году, например, погода не такая уж жаркая, 97 всего, а прошлый год было за 100. Так чем дело? У тебя же велосипед есть с собой, нет? У меня есть велосипед, но в 97 градусов не особо хочется на него садиться. Но ты в другой горочке, то есть он когда будет не 97, когда будет вечер, ты можешь присоединиться. Посмотрим, они такие быстрые, что даже они уставшие будут быстрее, чем я, свеженькая. Надо заранее заехать, чтобы они тебя обогнали? Да, надо заранее, если только я заранее не заеду, а потом их буду ждать, типа мы вместе приехали. Что если вы, я думаю, что если вы увидите видео, что мы вместе, это значит, что я их ждала на горке. Макс, а ты что думаешь про Гудлер Тур? I think this time it was not necessarily worth waking up at 3-4. If we're going to get there, like, probably no later than 6, we could have slept a little longer. Но это было бы жарко. Это не эта станция. Но, осторожно, осторожно. And all who are served, the patience is really important, you'll be surprised. Okay. Just like this. Really? Because it's always like this, and the digestion is so hard. What are you guys doing? It's alright. To them it's alright. 100 degrees. It's just 100 degrees. 100 more? No, 96, 97. 97. This is 210 как будто. Много я переоценил. Ну что, переоценил, расскажи. За эти последние несколько миль, часов, я о многом передумал. Многое переоценил в жизни. Буду кушать больше шоколада. Красного вина пить больше. Все, пока. У меня водичка, слушай, снижал. У меня водичка.
just hug. Hug each other. Hug him all night. Yeah, like. Cool. Don't take a break here. Температура сейчас.
Пользуясь случаем, хочу передать привет всей своей деревне. Мама, I'm fine. Хочется теперь помыться. You can ask them. Go ask. Блин, almost there. Последний этот weird plan так делают вообще. Две мили, там еще два панча и все. Да, практически. Еще светло. Еще светло. Первый раз. Первый раз за... существование Гудлер Тура, да, мы подъезжаем день, да. В траке. Надо торопиться, допустим. Да. Рекордный какой-то. Последний Red Bull был лишним, чтобы подтошнить. Что было лишнее? Red Bull давно-давно, я вообще выпил часа 4 назад, и вот с тех пор немножко подтошнить, прям чувствую Red Bull здесь стоит. Вдруг что-нибудь хорошее скажешь? Молчит. Я как аут, на камеру нет. На камеру нет. Сколько мы миль уже? 202 что-то. 202? Дать что-то? 204. 204? Дать тебе бутерброд какой-то? Мяско? А? Мяско? Ну, мяско-то сейчас. Поздравляю, круто! Поздравляю! Ты такой, ты прям герой мой, вообще. А уж мой какой герой. Check this out, new personal records, obviously. Furthest distance. Okay. Furthest distance, that's only records that it shows. Окей, бери. Включай все. Сейчас Грег с Лизой подъедет. Ага. Сюда прям? Да, они сказали. А что? Ну, они сказали, что они уже здесь. Калифорния, застегни до конца. Perfect. Тебе не надо и в магазин не надо. Now he needs to take a picture with 89. Look at him. He's like, oh. You guys make great time, right? It's a personal record. I was gonna say. I mean, like, oh my gosh. I was like, what? Well, that so was early. At the cost. Hey. It came at the cost of Kevin. Yeah. He passed. Overly. He died. He died. Where's Kevin? Right. He didn't make it. He didn't make it? Oh, where did he die?
He died like past Harbor in Nevada City. As soon as we got to the gas station that had the Starbucks. He died in Nevada City. They were going so fast. It was just too far. Yeah, he paced way too far. Too fast. And I'm like, you're like, no. You're did he just like cramp or just like then he just no, he just said that's it, just shut down. Just that's it, couldn't move anymore. Just mom, like mom well, it was coming a little bit, but it was way too fast. Not for this.